Всем привет! Меня зовут Света. И сегодня я вам покажу упражнение на растяжку. Я решила немножко побегать полчасика и выйти на растяжку именно на улицу, на траву, потому что сейчас лето и очень тяжело заставить себя заниматься дома, когда такая прекрасная погода. Поэтому, если у вас есть возможность выйти куда-нибудь на природу, то лучше сделайте это, потому что настроение будет у вас намного лучше после занятий на свежем воздухе. Все, если вам понравится это видео, ставьте палец вверх и не забывайте подписываться на меня. Все. Обязательно следим за тем, чтобы спина была прямая. Это очень важно. Если не получается слишком низко, то ничего страшного. Со временем будет получаться лучше и лучше. Все, можем схватить себя за ступню и помогать себе. Значит, прекращаем занятие, либо делаем не слишком сильно упражнение, потому что потянуть мышцу — это вообще распад. Тянем с прямой спины. Шесть, семь, восемь, девять, десять. И поддержали себя. Зафиксировали в максимально низком положении на 10 секунд. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Молодцы. Следующее упражнение будем делать на... Пятка не отрывалась от пола.
следим за тем, чтобы спина была прямая, ни в коем случае ее не скругляем. То есть опускаемся максимально низко, можем придерживать себя за ногу и делаем по 10 раз каждую ногу. Так вот делать неправильно. И качаемся вот так. Следующее упражнение на растяжку. Начинаем качаться. Спина прямая, следим. Замедлить положение максимально.